Кириллов, привет. Вот он, засранец, короче. Я его притащил в магазин, точнее, он сам притащился. Ну, ты понимаешь, он, короче, взял вот эту штуку. Сейчас я тебе поближе наведу. Подожди, ну, да, там написано. Мы подожди. Сначала, потом посмотрим. Значит, короче, ту катанку, что мы с тобой мучили и ничего не смогли, она на 140, а это 5 дюймов, 127 миллиметров. Вот ты смотри, как он это делает. Ты смотри, смотри, что творит. Это катанка восьмерка, 5 дюймов, но ты видишь, что он творит? Реверсом. Кириллов, и, короче, надо что-то с ним делать, бля. Потому что он рассказывает, что он весь больной, немощный. А на самом деле, ты посмотри, ломает чего. Сейчас Хан плачет, бля. Сидит, бля, с той стороны экрана и плачет. Ну, да, это покажи, что? покажи. Да, я наведу поближе. Там написано, я написал, потому что... Ну, ты дай, я тут градус померяю. Клади мне. Нет. Вот. Нет, да? Так, ну вот на 30 вышел. Вот я сейчас поближе постараюсь навести. Вот тут плохо видно, 125,7. Вот, 5 дюймов. Но он продолжает. Вот так, Кириллов. Все прикидывается, поэтому надо его в ежовых рукавицах держать, нашего Алексея. И он станет чемпионом мира по реверсу. Погнали, Леша. Восьмерка реверсом. Класс. Давай. Всем говорю, что, в общем-то, реверсом не гнется полностью, там, до 5 сантиметров. Надо уйти за 40 градусов. Как только за 40 ушел, уже человек может добивать другим способом. Другим обычно оверхендом. Меряем. Ну, вот, как бы, смотрите. Пятерочка, 5 дюймов. Вот я ее все вот ровненько положил. Почти 50. То бишь, Алексей у нас, в общем-то, я впервые вижу, что восьмерку. Пусть она катанка, пусть она слабенькая вроде считается, но он ее убил. Теперь он ее просто доламывает обычным способом. Даже перед грудью, особо не занося. Ну, восхищен. Так, линеечку сейчас я возьму. Все очень в такой нормальной домашней обстановке, без музыки. Кладем. Стальной хват России. Вот как бы, смотрите, маленькая катанка. На 125,7 миллиметра, согнутая реверсом. От участника нашей группы Алексея. Всем привет!